Так, ребят, всем привет! Приветствую вас на своем канале о путешествиях. Но если вы не забывайте, у нас сегодня четвертый день съемок, и уже идет такой нормальный антураж. В общем, погнали посмотрим, как это выглядит. Мы у вас интервью тоже снимаем. Снимите завтра. Расскажите что-нибудь интересное. Случай из вас. Давай. Первый день есть такое, есть такое. Кто может, кто не может, да, приходит. Нас спрашивали изначально, когда, кто в какой день сможет. Я, допустим, написал, что я могу все дни в любое время. Я тоже все дни в любое время. Готовы были там поменяться на работе? Там, да готовы уволиться были. Чтобы уволились! Я забросил работу. Ради искусства. Когда еще такая возможность? Да, это дело серьезное. Работу в Волгограде мы найдем всегда. В Волгограде. Куда не убежит. А сняться, ну когда это вообще? Ну и обязательно, вот, чтобы понравилась вот такая вот, как военный был. Красивый был. Ну, кому понравился, кому нет, ну, выбрал, пришел. То есть вы тоже в драке в какой-то участок будете? Обязательно, вы все участвуете в драке. Никто не пострадал? Есть пострадавший? Ну, так немножко. По мелочам, да, по мелочам там. Так, вы кого играли, расскажите? Ну, вообще, в основном, как бы, афганцы, например, на роли качка. Мы вот приехали в спортзал. Что за сцена была, расскажите? Ну, типа, главный герой проходит по залу, по спортивному. Вот, а мы там с ребятами качаемся. Мы его бойцы его. А главный герой Александрит? Thank you.
радуги из юга.